знаменитый призрак пустыни. Человек, который в одиночку прорвался через Халфайр, пробрался в Сиву и сражался с тигром в Касарине и перерезал наши линии снабжения. Я ваш горячий поклонник. Мы с вами очень похожи. Мы оба солдаты, военные труженики. Мы любим свою работу. Мы не похожи. Вот это поворот. Лицом к лицу. Встреча с генералом. Но мы отправляемся далее, чтобы уничтожить его детище. О май fucking god! Посмотрите на эту хреновину. Что тут происходит? Нас заваливает. И новые цели — это уничтожение опор этого ангара гигантского. Ну давайте приступать. Тихую, потихонечку. Самое главное, что при ходьбе никакой отдачи нет. Не то, что не отдача, а не ввода прицела, ничего такого. Вот вопрос, как у простого, не знаю, это офицер там или кто он, с пистолетом, откуда у него 10 патронов для ГВРа? У автоматчиков даже столько нет. И первая опора у нас впереди. Аккуратненько минируем, чтобы нас никто не заметил. Такс, 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 друзья. Спокойно. Ку-ку. Единственное, сверху сейчас побегут. А мы здесь спрячемся. Опа, блин, здесь... Я думал, тут ящиков полно, чтобы спрятаться. Нифига. Нет. Все хорошо. Все хорошо. Единственное, патронов для Вилрода нет. Такс, 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 давай, давай. Все правильно делаешь. Оу, е. Давайте патроны тоже пополним. Ничего не найдено. Но это фортуна. Отлично. И еще двое у нас здесь. Так, там надо также сейчас еще одну опору заминировать. А что-то я ее проворонил. Интересно. Ну ладно, сейчас вернемся. Панцершрек нам не нужен, мы сами с усами. Это странно, я прошел, вроде бы четко все смотрел,
Но, тем не менее, факт остается фактом. Опора у нас осталась незаминированной. Потом нам нужно подниматься на второй уровень. Фигеть. Как фантом. Ай, здесь пролезть не могу. В принципе, если сейчас пометить цели, то можно было бы с этого генератора и пострелять. Но мы наверх, наверное, поднимемся. Нам все равно туда идти. По-любому. Причем сначала один ярус. Так, он опять наверх решил тоже пойти, наверное, тот фриц. Или нет? Если нет, то мы сейчас проскочим. Спокойно, спокойно, золотой. Тебе не будет больно. Три из четырех. Тут штампы работают, поэтому можно будет и... наверное, со снайперки пострелять, дождавшись определенного момента. Но не знаю, стоит ли нам это делать. У нас так все отлично. Осталась одна опора, которая над нами находится. Два? Два в одном было? Вы издеваетесь. Но мне все равно, сколько у вас там было. Вы издеваетесь? Конечно, позицию мы шикарно сменили. Такого никогда не было. Я просто тупо провалился. Так, не буду я с ними сюсюкаться. Давайте его тоже возьмем. Может, чудельное дадут. Давайте, вторая попытка у нас. Раз я провалился, такой невезучий. Место, блин, заколдованное, потому что, ну, сами видели, в той точке было два человека. Два в одном. А вот здесь нам импансер Шрек пригодится. Надо еще и крысу заминировать. Как туда спуститься? Да-да-да. Все нам понятно, как это сделать. Здесь я могу подняться? Так, нет. Блин, а, вот. Что-то я совсем сплоховал в ваших глазах. Я просто не могу этого момента. Вы уж извините. Множественное убийство. Впервые, наверное, такое. Но просто я не мог.
собой совладать. Внезапная атака. Я все еще не могу забыть глаза этого дьявольского немца. Мне кажется, что я взглянул в душу одержимому. Я был в одном из пулеметных гнезд, обеспечивающих заградительный огонь, когда мы услышали крики из второго гнезда. По всей видимости, он подкрался с тыла, чтобы зачистить нас. Ему удалось пристрелить практически всех. Не знаю, кто убил его, но это был не я. Как бы мне хотелось обладать хотя бы только его храбрости. Так, теперь нужно уходить. Но мы немножко подождем. Не хочу, чтобы противник на меня внимание обращал. Ту заразу бы убить. И мы могли спокойно уйти. Но придется, друзья, придется нам убивать громко. Убивать много. Где-то здесь еще вездеход вражеский ездит. Нет, только не умирай. Я уже подумал, что он сейчас разобьется. Коленку прострелили. Двоих вывели из строя. О май гад. Убийство изолировано. Это не я. Уже над немцами просто издеваемся. По полной программе. Наверное, проще будет мне свилрод вот этого принять. Я даже не помню, что произошло. Он сквозь меня пробежал. Просто пробежал сквозь меня. Видать, они были вне зоны какого-то триггера, и просто у них интеллект искусственный не сработал нифига. Собственно говоря, нам на руку. Никого нет, и снайперская позиция впереди. Неудачно встали они друг за другом. Мало того, что себя бы поубивали в легкую, так и просто дали мне элементарную цель для уничтожения. Просто элементарнейшую. Давайте позицию откроем под конец. Хотя она не пригодилась. Может быть, сейчас дальний выстрел произведем. Какой-либо. Так, это что у нас было интересно? О-о-о. Как интересно. Охренеть. Охренеть. Какая красота, друзья. Мы с вами очень похожи. Помоги мне! Я не похож на тебя. Я помню, кого убиваю. Жаль, не дали нам собственноручно убить его. Как-то, я считаю, неправильно поступили в этом плане. Все-таки нужно было и крыс уничтожать, и Валена. Людей, которые должны умереть. Пора найти работу. Да,
Это все интересно или не все? Да, это все, друзья. Спасибо, что смотрели и проходили вместе со мной эту замечательную игру. Мне она понравилась. Если говорить конкретно про механику, которую они здесь по новой, скажем так, внедрили, то это очень хорошая игра про снайпера, которых сейчас практически нет. Ну, то есть, я вот знаю, допустим, две снайпер элиты, просто снайпер Just Warrior и там, ну, остальные, которые от этой польской студии City Interactive идут. Но игра хорошая, реализм здесь есть, можно и посложнее поставить себе, то есть уровень сложности варьируется, для каждого найдется подходящее испытание, и каждый будет доволен. Но как шутер, конечно же, я бы его не рекомендовал, потому что для этого есть Doom 3, Wolfenstein, New Order, и это совсем другая каста игр, но как симулятор снайпера, прекрасная вещь, всем рекомендую, и я думаю, на этом все у нас, увидимся на канале, впереди нас ждет, будут добивать косяки, это и Dark Souls в преддверии выхода новых DLC, я должен стать сильнее духом, и Assassin's Creed 4 Black Flag. И в ожидании, конечно же, Last of Us, ремастеринг для PlayStation 4 и Diablo Ultimate Evil Edition. И что у нас там еще в августе выходит, по-моему, Ryzen Titan Lords, как так называется. В общем, это все будет у нас впереди. Оставайтесь на канале, спасибо за поддержку, всем всего хорошего, всем пока.